аплодисменты образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья». Я поздравляю вас с новым 2014 годом. Желаю вам счастья, здоровья, удачи. И пусть все ваши мечты и желания сбудутся. Еще раз с праздником! Зима 2014 года богата стартами. Стартуют Олимпийские игры в Сочи. И также в нашем городе в первые дни Нового года берет старт 15-й российский конкурс вокалистов «Серебряные голоса». И какие же новогодние старты без Деда Мороза? Добрый день вам, с Новым годом! Поздравляю всех ребят! Пусть дружнее с его приходом ваши песни зазвучат. Новый год вступает на порог, ведь сегодня мы встречаем самый лучший праздник на земле. Праздник, с которым мы связываем все наши надежды, наше счастье и удачи. Конечно же, всем участникам фестиваля успехов и творческого вдохновения. С новым 2014 годом! На сцену для приветствия приглашается председатель комитета по культуре администрации города Иваново, заслуженный работник культуры России Сергей Иванович Фролов. На сцену приглашается председатель межрегиональной общественной организации фонда поддержки творчества детей и молодежи «Атлант», директор издательского фонда «Собеседник» Сергей Валерьевич Цыганов, директор российского конкурса вокалистов «Серебряные голоса», заслуженный работник культуры России Ирина Борисовна Толмыкова. Этот год вот культуры в России, и вы приехали для того, чтобы посоревноваться, послушать друг друга, посмотреть друг на друга. Именно в начале этого года, значит, вы поступили по государству вот, культуры. С чем я вас поздравляю. И пусть этот конкурс-фестиваль юбилейный пройдет так же интересно, на таком же высоком творческом полетном уровне, как и прежние. Пусть вам все удастся. По хорошей традиции, в 15-й раз в нашем Центре культуры и отдыха везде, в фойе, на сцене зазвучали голоса, звонкие голоса наших вокалистов. Творческие коллективы и солисты представлены из 30 городов, регионов нашей необъятной России. И нам особенно приятно принимать сегодня всех участников конкурса, потому что 2014 год не только год культуры, но еще юбилейный год для нашего Центра культуры. 4 декабря 2014 года мы отмечаем юбилей 40 лет, как распахнул двери этот замечательный дом творчества. Успехов вам в этом конкурсе, новых побед, новых интересных песен, новых, самое главное, друзей, новых знакомств. С праздником! Дорогие ребята, уважаемые руководители, дорогие ивановцы, уважаемые члены жюри. Это здорово, что в городе Иваново есть такая хорошая стабильность, да, хорошая надежность. 15-й год подряд, в январе, гостеприимный город, гостеприимный дворец культуры распахивает свои двери перед вами, участниками конкурса «Серебряные голоса». И огромное спасибо я хочу сказать администрации города Иваново. И, конечно, огромное спасибо Ирине Борисовне, директору Центра культуры и города и отдыха города Иваново, бывшему дворцу культуры текстильщиков. Ну и, конечно, вот нам намекнули на 40-летие. Естественно, к 40-летию мы подготовим хорошие подарки. Потому что дворец держится на вот коллективе, на Ирине Борисовне. И дворец – это вот база нашего конкурса «Серебряные голоса». Всем огромное спасибо. Я думаю, что на конкурсе побежденных не будет. Победит культура, победит искусство, победят наши дети, которые растут красивыми, талантливыми, хорошими гражданами нашей страны. Всем огромное спасибо! Российский конкурс вокалистов «Серебряные голоса» объявляется открытым!
наших сердцах. Что здесь такое? Пиздец, мой любимый город. Старые крыши, пивуга ниже, те же соседи, все просят потише. Маленький фокус, знакомые лица. Я в этот город уже дважды влюбился. С самого утра сердца, а на моих глазах слезы просятся. В этот любимый город, любимый город, всегда есть вернуться повод, вернуться повод. Простите, а что здесь такого? Станция дружба, мечты из родина, резервная. Еду домой, я домой возвращаюсь. С самого утра люди ног сердца, а на моих глазах слезы просятся. В этот любимый город, любимый город, всегда есть вернуться повод. Оценивать наших участников будут профессионалы и мастера своего дела. Давайте поприветствуем их в зале. Иванова Людмила Георгиевна, народ-артистка России, академик Международной академии творчества, солистка Московской государственной филармонии, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных, заведующий вокальным отделением музыкального колледжа имени Гнесиных. Ваши аплодисменты. Кстати, сегодня наши члены жюри дают мастер-класс здесь, на сцене. Встречайте. На сцене лауреат первой национальной премии призвания Международного фестиваля «Славянский базар», первого всероссийского конкурса артистов эстрады, выпускница Лондонской высшей музыкальной школы современной музыки Александра Рахманькова.
Представьте на сцене участницу первого телевизионного проекта «Голос» Ксению Герасимову.
поздравить Деда Мороза с разных континентов и своей новогодней команды и примут участие в Олимпийских играх. Музыка.
Украшаем наш праздник парадом, в котором принимают участие лучшие Деды Морозы планеты, участники зимних Олимпийских игр в Сочи. Наш парад открывают гости из Европы. Приветствуем самого старого Деда Мороза, святого Николая и его свиту. Желаю всех вам благ на свете, желаю счастья всем и детям. Всего хорошего желаю. Примите поздравления от святого Николая. Приветствуем посланников Африки, держав и его дружная команда. Знаю я, что Деда Жара любит маленький народ. Я дарю подарки детям и у пальмы веселюсь. В новогодний жаркий праздник сделать радость тороплюсь. Приветствуем посланцев Америки, Санта-Клаус и его помощники освещал его волшебный новогодний огонек. И из Америки я приду, эти встречи с вами рад и привез привет огромный от таких, как вы, ребят. Наш парад продолжается, и мы встречаем гостей из Азии, Гладун Давай и его друзья. Стеклянный узор на пёшке твоём, здесь Гладун Давай пробежал ветерком. Пусть колет мороз щёчку, ушки, носы, ведь кладет вас рукавички мои. И я вас поздравляю, детишки мои, пусть в ваших сердцах не живут злые льди, здоровья большого и любви, и тепла. Я вам говорю это, дети, любя. Вот и сбылась моя мечта. Олимпийская команда Дедов Морозов в полном составе прибыла в Россию на новогодний праздник. Ангел с олимпийским огнем внести. Болгарин, англичанин или армянин, Новый год
отмечаем, он в любой стране один. Друзья, у новогодней елки международная команда Дедов Морозов берет старт на участие в Олимпийских играх. Старт на удачу, старт на жертву. Счастья, здоровья!